уже этот номер сербы запомнили. 5-й гол в 11 матчах на чемпионатах мира. У него всегда великолепный футбол на крупных турнирах. Вот так атаковали сербы, забили швейцарцы. Серия ложных замахов от Родригеса, неудачная игра Страхини Павловича. Более того, два рикошета от Страхини Павловича. Два! Мяч летел в Ваню Милинковича Савича. Но молодой защитник оба раза не справляется. Давайте отметим Исоу, его мягкие движения. Он не поспешил, хотя была возможность пробить. Он катит аккуратно на Шакире. Тот бьет. Подача, удар головой, гол! Да! Ну как еще они могли забить? Отбойный молоток! История дает еще один виток. Как и 4 года назад. Забивает Шакири, забивает Митрович головой. Он головой играет лучше, чем ногами. 51 гол головой за клубную карьеру. Фантастические цифры. Я даже не знаю, с кем его сравнить. По этому уникальному навыку находить мяч в верхней точке. Переправлять легкими кивками его в ворота. Да так, что даже вратарь попадает в музей восковых фигур. Смотрим, как это было. Мягкая, элегантная, аккуратная подача. Нет, слушайте, это что-то фантастическое. Митрович может и сам пробить, но это не его стиль. Влахович! Гол! Сербия впереди! Сегодня они пишут другой сценарий. Два супербомбардира. Две мощнейшие во всех смыслах фигуры центра нападения сборной Сербии. И оба забили. Передачу. Пас на фланг. Прострел. 2-2. 2-2. Ну что за игра? Фантастический матч. И такой простой, но красивый гол забивает Прелимбало. Его второй мяч на этом турнире. Делится с Шакири, понимая, что тот может и самостоятельно что-то придумать. Пас пяткой! Браво! Ну просто браво! Какая комбинация! Фантастика! Сборная Швейцарии ведет уже со счетом 3-2.